Всем привет! В этом видео хочу рассказать про Xiaomi 13. На мой взгляд, этот смартфон точно заслуживает внимания, хотя бы тем, что имеет относительно компактные размеры. При этом здесь флагманское железо Qualcomm 8 Gen 2, и в отличие от других компактных, относительно компактных Android смартфонов, здесь есть телевик и беспроводная зарядка. Но у него, к сожалению, есть существенный минус, который можно устранить, купив глобальную версию. В китайской версии, которая у меня на обзоре, к сожалению, отсутствует помимо 20-го бенда еще и 7-й, которые у нас довольно активно используются. Это не значит, что 4G вас он вообще ловить не будет. Он у меня ловил, но, по-моему, на 40-м бенде. То есть на практике 4G он будет переходить гораздо реже, чем, например, тот же Xiaomi 13 Pro. Здесь отсутствует только 20-й бенд. И это очень странно. Почему они решили именно в Xiaomi 13 убрать еще и 7-й бенд? Но повторюсь, когда выйдет глобальная версия, скорее всего, все бенды там будут. Про этот момент я вам рассказал. Отдельно еще хочу поблагодарить Василия за то, что предоставил устройство на обзор. В его телеграм-канале «Пекин Близко» можно оформить предзаказы на редкие, очень интересные новинки. И что самое главное, получить их одним из первых. Ну и также можно почитать новости и другие обзоры. А мы давайте сразу перейдем к комплектации. Тем более практически все я достал. Это зарядка на 67 Вт, кабель USB Type-C и такой вот силиконовый прозрачный чехол, как временное решение, вполне устроит многих, я думаю. Ну и сразу по времени зарядки, чтобы далеко не уходить. Здесь аккумулятор стоит емкостью 4500 мАч. Для сравнения, в 13 Pro 4820. А в этом обзоре периодически буду сравнивать с прошкой, чтобы наглядно вам показать, какие есть отличия. Так вот, по зарядке в Pro у нас идет 120 Вт, здесь 67 Вт. По времени за первые 10 минут Xiaomi 13 заряжается на 38%, через 20 – 64%, через 30 – 88%, и полностью до 100% он у меня зарядился за 42 минуты. Ну, то есть Xiaomi 13 Pro примерно в 2 раза быстрее заряжается. Зато, как я вам сказал, здесь есть беспроводная зарядка, и она такая же быстрая на 50 Вт, как в Pro версии. Обратная реверсивная зарядка на 10 Вт. По комплектации это все. Давайте поговорим про размеры. Для наглядности, Xiaomi 13 Pro и вот недавно ко мне приехал на обзор OnePlus 11. Обзор выйдет позже. Как можете видеть, Xiaomi 13 меньше, особенно высоту. Ну вот вам еще для примера такой вот защищенный смартфон. Обзор, я не знаю, уже вышел или нет. Dugi V30. Первый, кстати, защищенный смартфон с eSIM. Довольно интересно здесь железо. Ну, собственно, видите, насколько он больше. Ну и по циферкам. Высота Xiaomi 13, если округлить, 153 мм, ширина 71,5, толщина может быть 8 мм, либо 8,1. Все это будет зависеть от задней спинки. Если купите версию в данном цвете, светло-голубом, как у прошки, то задняя часть смартфона будет не из стекла, как у меня, а из материала по типу кожи. И я рекомендую выбирать именно такую версию, потому что этот глянец моментально покрывается отпечатками пальцев. Вот я протирал все для обзора. Но стоит чуть-чуть попользоваться, все сразу заляпывается. Ну, стекло, вы знаете, царапается, легко разбить и так далее. И в руке будет скользким. Когда чистый, выглядит красиво. Тут, конечно, не поспоришь. Да, ну давайте закончим тему с габаритами, взвесим его. Весит он 194 грамма вместе с защитной пленкой, ну то есть не такой тяжелый, как тот же iPhone 14 Pro. Но давайте посмотрим на него поближе. По внешности, пока, повторюсь, он не заляпанный, смотрится очень хорошо. Дорого-богато, что называется. Рамка здесь, как можете видеть, плоская. И знаете, что он мне напомнил? Он мне напомнил Xiaomi Mi 4. Помните, был такой довольно неплохой девайс? То есть здесь плоские грани. И в отличие от последних айфонов, вот эта вот задняя крышка, как можете видеть, она плавненько загибается. То есть, по крайней мере, задняя грань не чувствуется острый, как в том же айфоне. Из-за этого его в руке держать удобнее. По элементам давайте мы посмотрим. А сверху мы видим ИК-порт. Далее это отверстие под второй динамик, он же разговорный.
И здесь мы видим еще два небольших отверстия. Одно из них это микрофон, а второе просто заглушка. Скажем так, для симметрии. По крайней мере, это указано на официальном сайте. На обратной стороне основной динамик USB Type-C, к сожалению, версия 2.0, как и в Pro. Основной микрофон и лоток для двух нано-сим. Карточку памяти он не поддерживает. eSIM также нет, по крайней мере, в китайской версии. Защита IP68 заявлена, что хорошо. Ну и пока мы далеко не ушли, давайте сразу расскажу вам про звук. Как я вам сказал, здесь два динамика, второй сверху, он же разговорный. Я специально сравнивал с 13 Pro, и, если честно, какой-то существенной разницы в качестве звучания я не заметил, что хорошо, потому что динамики в 13 Pro мне понравились. Объемный, глубокий звук с хорошей громкостью, и, на мой взгляд, это флагманский уровень. И опять же плюс то, что уменьшенная версия, они не стали экономить на динамиках. Но, к сожалению, они сэкономили на вибрации. Здесь она гораздо проще по сравнению с прошкой, но также тактильная отдача присутствует в виде постукивания. Но вибромоторчик гораздо шумнее, то есть в тихой обстановке его даже слышно, как он работает. Давайте быстренько пробежимся по камерам. На обратной стороне, как можете видеть, три модуля. Основной это Sony IMX800 с оптической стабилизацией, что хорошо, не сэкономили в этом плане. Диафрагма f1.8. Второй модуль сверхширокий на 12 мегапикселей, модуль от OmniVision, диафрагма 2.2. К сожалению, здесь они сэкономили, не поставили автофокус, а значит у нас макрорежим работать не будет. Телевик, как указано, 3.2, оптический зум на 10 мегапикселей, модуль от Samsung. Из хорошего светосильной диафрагмы f2.0 и также есть оптическая стабилизация, что приятно. По зуму здесь ситуация совпадает с Xiaomi 13 Pro. В приложении камеры хоть и написано 3.2 зум, но по факту телевик включается в случае 3x зума. Фокусное расстояние на сайте указано, если не ошибаюсь, 75 мм. Но реально, если округлить, 66 мм. Апертура 2.0. У основного модуля, кстати, фокусное расстояние 23,86. Диафрагма 1.8. У ширика, давайте посмотрим, 15,26 мм. Как я вам сказал, ширик здесь, к сожалению, без автофокуса. А по фронталке, она здесь, в принципе, такая, как и в 13 Pro. То есть модуль на 32 мегапикселя от OmniVision, к сожалению, без автофокуса. Угол также 0.8x. Из минуса то, что видео максимум Full HD 30 с электронной стабилизацией и, к сожалению, без HDR режима. Ну, то есть видео здесь он записывает слабенько, мягко говоря. По сканеру отпечатка пальцев. Расположение не такое удачное, как в случае Xiaomi 13 Pro. В Xiaomi 13 он расположен ниже. Из-за этого приходится загибать большой палец, но благо сам смартфон не тяжелый и невысокий. Сам сканер такой же оптический, здесь без изменений, и по скорости срабатывания примерно все то же самое. Единственный момент, как могли видеть, если прям быстро приложить, он не всегда срабатывает. Это не сканер Vivo X90 Pro Plus. Но среди оптических сканеров, повторюсь, очень и очень хорошая скорость срабатывания, как можете видеть. Ошибок с ним у меня было минимум. Минус только вот по эргономике, то что он расположен низко. Так, в остальном все окей. Вот так Xiaomi 13 лежит в руке. Как я вам сказал, относительно компактный. В ширину его обхватить можно. До шторки дотянуться теоретически можно, но немножко придется перехватывать его. Вот не понравилась спинка, но благо можно выбрать вот такой вот вариант, чтобы не было у нас стекла. Ну и внешне можете еще раз оценить
сравнении с Xiaomi 13 Pro. В ширину может быть не такая принципиальная разница, но высоту довольно заметна. И обратите внимание на рамки. В случае Xiaomi 13, по крайней мере визуально, рамки у нас одинаковые. Что подбородок, что сверху, что сбоку. При этом плоский экран. То есть, если вы любитель пикселя 5 с его тонкими одинаковыми рамками, то Xiaomi 13 будет неплохая альтернатива. Да, здесь диагональ чуть побольше, но также, как я вам сказал, плоский экран. И что самое главное, заметно меньше шимит. Ну и отдельно еще раз хочу отметить его габариты. Очень мне он понравился. Как он смотрится внешне, спереди. То есть тонкие рамки, плоский экран. Прям зачет. Очень нравится, вопросов нет. Ну и по настройке экрана давайте быстренько пробежимся. Здесь, в принципе, все стандартно для Xiaomi. Много различных цветовых профилей. Я же рекомендую оставить стандартный, так как калибровка здесь хорошая, поэтому можно не заморачиваться. Есть 10 диминг, и он работает даже в случае 120 Гц, что, опять же, хорошо. В настройках можем выбрать по умолчанию, либо выбрать принудительно 60, либо 120. Но тут, в отличие от того же Vivo, я рекомендую оставить по умолчанию. Потому что, если вы выберете даже принудительно 120 Гц, то, например, в YouTube в скролле все равно будет 60 Гц. По типу матрицы я, к сожалению, информации не нашел. А вот по частоте давайте посмотрим, если мы его касаться не будем, он переходит в 60 Гц. Давайте проверим скролли. Не так динамично меняется частота, как в случае Xiaomi 13 Pro, но, тем не менее, как-то негативно это на автономности не сказывается, на удивление. А в YouTube, как я вам сказал, к сожалению, 60 Гц при любом раскладе. Разрешение здесь Full HD+, 2400 на 1080 пикселей, соотношение сторон 20 к 9, плотность 414 ppi. При этом экран не кажется узким за счет того, что грани плоские. Но по моим замерам, максимальная яркость в ручном режиме 470 кандел на метр квадратный, в режиме автояркость со вспышкой 1178. Вот по этому параметру очень сильно напоминает матрицу Samsung E6. Ну, как вы понимаете, на ярком солнце летом у вас с ним никаких проблем не будет. Минимальная 3 кандел, гамма практически идеальная 2,16, цветовая температура тоже, можно сказать, идеальная 6525 кельвинов. Повторюсь, это с профильным оригинальные цвета. Ну и по точности цветопередачи тоже все очень и очень хорошо. Дельта Е средняя меньше 2, 1,81. Максимально 3,67. Дельта Е серого меньше 3, 2,58. Цветовая охватность RGB 98,8. По уровню черного видно до 3 квадрата. Результат хороший. Но 13 Pro немного лучше. Там было видно до 2. По контрастности точки белого видно до 253-го, контраст хорошо настроен. Ну и по шиму, как я вам показывал, здесь есть 10 диминг. При его включении на максимальной яркости коэффициент пульсации меньше 10, 9,67%, на яркости 50% также меньше 10, 9,86%, и на яркости 25% 17,2%. При этом яркость экрана, при которой коэффициент пульсации уже больше 10%, это примерно 50-53% яркости и ниже. Но давайте посмотрим на осциллограмму. Слева скриншот с включенным 10-диммингом. И как можете видеть, освещенность меняется в узком диапазоне от 105 до 90. И по графику видно, что используется 10-димминг. Если выключаете 10-димминг, то частоту шима он показывает 485 Гц. Для сравнения, напомню, в Xiaomi 13 Pro, если яркость больше 50%, то частота шима там 366 Гц. Как итог, если сравнить разные экраны, то хочу сказать, что несмотря на то, что здесь вроде как не указана высокая частота шима, по крайней мере, на официальном сайте эту информацию я не нашел, но все равно от этого экрана у меня глаза меньше уставали, чем от экрана Xiaomi 13 Pro, так как там при определенной яркости заметно выше коэффициент пульсации. Если сравнить этот экран, например, с экраном iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro, то от экрана Xiaomi 13 глаза тоже меньше устают, потому что при яркости экрана 20-30% здесь пульсация будет меньше, чем у iPhone. Но здесь экран все же будет уступать экрану Vivo X90 Pro Plus, либо Huawei Mate 50 Pro. Там все-таки выше частота шима и еще ниже коэффициент пульсации. А если сопоставить экраны, повторюсь, с тем же пикселем 5, здесь экран однозначно будет лучше. В пикселе там он заметно сильнее шимил и не было 10-димминга.
Ну и по сети, чтобы закрыть эту тему, повторюсь, в китайской версии отсутствует 7 и 20 бенд. На практике это значит, что он гораздо, повторюсь, гораздо реже переходил на 4G. В моем случае он использовал 40-й бенд. У меня оператор Теле2. В стандартном тесте в лифте связь он не терял. Там, как могли видеть, использовался 3G. Ну и по датчикам также хочу отметить физический датчик приближения. С ним никаких проблем нет. Во время разговоров экран газ. Но все то же самое, как в случае Xiaomi 13 Pro. С автояркостью тоже проблем не заметил. Странно. Я вас не услышала. Пожалуйста, повторите еще раз. К сожалению, я снова вас не слышу. Попробуйте решить. Ну давайте пойдем дальше. Здесь стоит MIUI 14 версия, соответственно Android 13. Версия у меня, повторюсь, из Китая. Как можете видеть, из коробки, к сожалению, русского языка нет, но через море локаль ADB вы можете его активировать. Либо можете воспользоваться приложением SetEdit. Ну, более подробно про это я рассказывал в обзоре Xiaomi 13 Pro. Там просто находите пункт «Системная локализация» и ставите ru-ru по-английски. Google сервисы есть, Google Play поставить можете. Android Auto работать не будет, так как это не системное приложение. Но можете разблокировать загрузчик и поставить, например, прошивку от xiaomi.eu. Насколько я знаю, на момент записи этого видео она уже вышла. Соответственно, будет полностью русский интерфейс с Android Auto и так далее. Про MIUI 14 я немножко рассказал в обзоре Xiaomi 13 Pro. Я думаю, уделять внимание этому не буду, чтобы видео совсем длинным не получилось. Но что самое главное, в интерфейсе теперь MIUI перестал тупить. Везде плавный скролл. Давайте проверим в Твиттере. Для этого запустим VPN. Так, все подключено. Запускаем Твиттер. Ну, все довольно быстро у нас запускается. Первый скролл, все отлично. Так, он обновился. Не знаю, никаких проблем я не заметил. Не знаю, кому сказать спасибо, Android 13, либо Qualcomm 8 Gen 2. Но все работает очень хорошо. Памяти в моей версии 12 ГБ оперативной и 512 встроенной. Память, кстати, стандарта iOS 4.0. Ну, давайте мы откроем скриншоты, пройдемся по всем пунктам. В Geekbench одноядерном 1500, многоядерном даже больше 5000. Память, я вам сказал, новая. Несколько раз скорость выше по сравнению с UFS 3.1. Особенно чтение, запись. В тесте на тротлинг тоже все отлично. Всего лишь 15%, среднее значение 425 гипсов. Тест на тротлинг графики Wildlife Extreme Stress Test. Падение около 22%, но в целом все хорошо. Как можете видеть, заметно не тротлит. Как я вам говорил ранее, еще в обзоре Vivo и Xiaomi 13 Pro данный чипсет мне понравился. А что касается игры Genshin Impact, как всегда проверял в ультра графике. Счетчик FPS запустил примерно спустя 20 минут теста, то есть смартфон уже нагрелся. Минимальный FPS разово было 31 FPS, средний 59,6, но как можете видеть, большую часть времени он держал в районе 60 FPS. А по нагреву спинка снизу 36,7, в верхней части 40 градусов, экран снизу 39,2, в верхней части 43,6. А в сравнении с Xiaomi 13 Pro немножко сильнее нагревается, но скорее всего из-за габаритов, так как меньше корпус. Итак, тест идет уже минут, наверное, 40. Давайте посмотрим. Ну, все отлично. Как я вам показывал, разовая просадка была в районе 31 FPS, но в основном 50-60. То есть Qualcomm 8 Gen 2 без проблем справляется с Genshin Impact на ультрах. Так, и давайте посмотрим, что там у нас с яркостью экрана. Да, она повышается. На камеру, опять же, не знаю, как будет видно или нет, так как смартфон меняет экспозицию. Ну да, видно. Ну, отлично. И по нагреву тоже ничего критичного. Чуть выше, чем на Vivo был, на пару градусов. По автономности я, как всегда, провел стандартные тесты. Результат можете видеть на экране. Итоговое значение Xiaomi 13 у меня проработал 12 часов 45 минут. Для сравнения, Xiaomi 12 примерно на 2 часа меньше, 10 часов 46 минут. Я даже больше скажу, что по данным тестам Xiaomi 13 где-то на час-полтора больше показал автономность в сравнении с 13 Pro.
Как так получилось? У 13 Pro вроде и аккумулятор больше, но здесь, во-первых, меньше диагональ экрана и, что самое главное, меньше разрешения. Full HD+, это, безусловно, сказывается. В сравнении с Xiaomi 12, там аккумуляторы совпадают по емкости. Здесь, я думаю, более энергоэффективный чипсет Qualcomm 8 Gen 2, ну и менее жрущий экран. Но тесты тестами, а что на практике? Давайте я вам покажу. Здесь большую часть времени было 4G. В итоге мне проработал 7 часов 13 минут работы экрана и осталось 3% заряда. Очень хороший результат. Wi-Fi у меня вообще было, давайте посмотрим, 9 часов, даже 9,5, еще осталось 19%. Ну, то есть автономностью данного смартфона я был приятно удивлен. Она по ощущениям больше, чем на Vivo и Xiaomi 13 Pro. В среднем где-то на час-полтора работы экрана. Когда там у меня смартфоны показывали где-то 6 часов работы экрана, здесь у меня 7 часов и даже чуть выше. Ладно, давайте пойдем дальше и поговорим про камеру. Начнем с видео. Здесь есть не очень приятный, по крайней мере для меня, момент. Если мы переключимся на 4К 30, то во время записи видео нельзя включать никакие модули, кроме основного. Зум, соответственно, основной модуль. А ширик, он не переключается. До момента записи вы можете включить ширик, но вот телевик 3.2 все равно не включается, что очень странно. Но телевик можно включить в случае 1080p и 30 кадров. Соответственно, во время записи видео тоже все модули переключаются. Да, еще такая особенность по сравнению с Xiaomi 13 Pro. Здесь телевик близко фокусироваться не может, как там. Ну и при активации HDR режима максимум можно записывать 4K 30 тоже на основной модуль. Короче, лично для меня минус, что в 4K нельзя включить телевик. Но давайте вы посмотрите пример видео. Перед этим пару слов про режим портрет. Как только мы нажимаем на вкладку «Портрет», сразу включается телевик. Основной модуль включается слева сверху. Режимы давайте посмотрим. Черно-белый 35 мм – это основной модуль. 50 – тоже основной. И 75 – уже пошел телевик. 90 – тоже телевик с кропом. Пример видео днем. Ну как днем, уже 4:30. То есть уже темнеет. Запись 4К 30. Как я вам говорил ранее, здесь, к сожалению, телевик не работает 4К 30. То есть зум на основной модуль и ширик не работает. Но до момента записи ширик можно включить. А вот телевик нельзя ни во время, ни до 4К 30, только Full HD. Давайте я пройдусь. Покажу вам работу стабилизации. По динамическому диапазону сложно сказать, видите, все затянуто облаками. Так, давайте проверим автофокус. Ну, не молниеносный, плавно фокусируется достаточно. Давайте я попробую переключиться на Full HD и посмотрим все модули. Итак, переключился на Full HD 30. Я, конечно, в таком разрешении уже не люблю записывать, потому что я, по крайней мере, разницу очень отчетливо вижу на мониторах, на большом планшете. Ну, давайте проверим зум. 2, 2,8, еще не включился, 3. Значит, он включается с 3. Максимальный зум здесь 15, но что-то прям мутно. Мутненько. Как-то ширик. Ширик у нас, к сожалению, без автофокуса. Поэтому макро нет. Давайте на основной модуль. Да, переключился на основной модуль. Ну, так он записывает Full HD 30. Из хорошего, ну, достаточно
плавно переключает модули, но телевик какой-то прям слишком темный. Давайте еще раз. Так, это примерно фронталку. Ну, видите, есть засветы какие. Оп. Схвачу. Ну что вам хочу сказать, звук пишет 320 килобит, битрейт видео 60 мегабит, что хорошо. По цветопередаче вроде заметного, скажи нет, чуть-чуть насыщен на самом деле. По балансу белого тоже все хорошо, но очень расстраивает, что не работает 4К3 телевик. Пример записи видео вечером. Решил сразу записать сравнение слева Xiaomi 13 Pro, справа Xiaomi 13. Посмотрим, насколько большая разница между этими смартфонами. По бликам, вот тут, мне кажется, чуть меньше на Xiaomi 13 Pro. Напомню, там основной модуль MX989, большой сенсор 1-дюймовый, а в случае 13-ки AMX800, естественно, с оптической стабилизацией. По цветопередаче балансу белого картинка совпадает. Может быть, чуть светлее кадр на Xiaomi 13. Обратите внимание на стабилизацию. Вот здесь я предпочтение дам Xiaomi 13 Pro, так как меньше двоения и картинка более стабильная. По засветам, если посмотреть вдаль, где подъезд, ну, если честно, каких-то заметных отличий я не вижу. Вот здесь все то же самое. По шумам оценивайте. Вот здесь как раз очень плохое освещение. Чуть ярче, мне кажется, картинка на Xiaomi 13, но опять же сложно сказать, может быть, отличается яркость экрана сейчас. По балансу белого заметных отличий я не вижу. Смотрим на небо. Повторюсь, запись идет в 4К 30. Вот так они записывают. Иду не спеша, оценим стабилизацию. По идее, чуть меньше двоения должно быть на Xiaomi 13 Pro, но посмотрим итоговый файл. Так, вот смотрите, вот здесь подъезд, вдаль мы смотрим, и я сейчас останавливаюсь и включаю HDR режим на обоих смартфонах. Так, включил HDR, максимум 4К 30. То есть 4К60 он не работает. И тут уже появились отличия. Засветов стало, мне кажется, меньше. Но на экране более мыльное изображение на AMX 800 серии. То есть на Xiaomi 13. Меньше деталей, больше мыла, если посмотрим на плитку. Ну, давайте пройдемся. Посмотрим на небо, что там будет по шумам. Да, чуть детальней веточки однозначно на Xiaomi 13 Pro. Еще раз напомню, я включил режим HDR. Вот тут плохое освещение. Так, смотрим вниз. Да, детальней. Немного детальней результат на 13 Pro. Вернулся в 4К 30. Сразу стал похож динамический диапазон. Ну, по крайней мере, у меня на экране кадр светлее на Xiaomi 13. Так, давайте проверяем, что у нас можно включить. Ага, на 13 Pro можно ширик включить, а на Xiaomi 13 его включить нельзя. Вот такая вот особенность. Смотрим дальше. Так, телевик, я вижу, включился на Xiaomi 13 Pro. Обратно в сторону. Ну, как я вам днем говорил, он включается на 2,9. Вот 2,9.
Так, смотрим здесь. А здесь телевик не включается. То есть зум на основной модуль. Так, ну и переключился в 4К60. Смотрим плавность. Ну, на экране все плавненько. Так, здесь мы смотрим. А вот в 4К60 более заметная разница. В случае тренажки изображение темнее и гораздо больше шумов. И вот тут мы как раз посмотрим, как работает автофокус в 4К60. Мне кажется, чуть побыстрее фокусируется на тренажке. Но каких-то проблем я не вижу. В обоих случаях все окей. Проверяем. Ширик не включить на 13 Pro, как я вам сказал. 4К60 во время записи видео модули не переключаются. До момента можно. Так, ну давайте пройдемся не спеша. Оценим стаб. Ну, двоения нет в 4К60. Сейчас я посмотрю. Шумнее картинка на тренажке обычной. Тут очень плохое освещение. Да, вот чуть больше шумов на 13. Ну вот смотрите, 4К30. До момента записи включил 3.2 зум. Есть шумы. Прикрываю пальцем. Да, это основной модуль. А вот так пишет телевик Full HD 30. Ну, знаете, шумов может быть меньше, но качество такое себе. То есть, может, даже на основном модуле вечером будет получше. Так, проверяем. Ну, вот, все модули переключаются. 06, X1 и телевик. Но Full HD 30. Вот такая вот особенность. Переходим к примерам фото. Еще раз напомню, основной модуль в Xiaomi 13 это IMX 800 с оптостабом, а диафрагма f1.8. ISO-выдержку я подписал, можете посмотреть. Давайте начнем с режимов съемки. По умолчанию Leica аутентичный, можно переключиться на Leica яркость, пример справа. Отличие заключается в том, что в случае аутентичного цвета естественные, но появляется даже, я бы сказал, небольшая виньетка и чуть выше контраст. Если мы переключаемся на Leica яркость, то цвета у нас будут перенасыщены. Тут смотрите сами, что вам больше нравится, но я бы выбрал средний вариант, естественную цветопередачу без чрезмерного контраста. Далее, давайте сравним камеры Xiaomi 13 с 13 Pro, посмотрим, насколько они отличаются, стоит ли переплачивать за 13 Pro. Да и мне самому было это интересно посмотреть. Итак, съемка днем, единственное, было облачно. По цветопередаче могу отметить, что контрастнее изображение в случае Xiaomi 13. Поточнее, в цветах был Xiaomi 13 Pro. Да, там и там я включил, соответственно, Leica аутентичный режим по умолчанию. Но давайте сделаем 100% масштаб и посмотрим, что у нас по постобработке. Она очень похожа, но, как я вам сказал, контрастнее изображение в случае Xiaomi 13, соответственно, в тенях мы больше теряем в деталях, и кадр смотрится менее естественно, но зато у него, если мы посмотрим на крышу здания, практически отсутствует эффект муара, такая вот цветная радуга. Особенно это видно на левой части кадра. Будем надеяться, что в обновлении прошивки на Xiaomi 13 Pro этот момент поправят, так как с тем же сенсором на Vivo X90 Pro Plus такого эффекта нет. По деталям принципиальной разницы я не вижу, по крайней мере, в случае съемки днем. Но в контрасте есть небольшая разница, он выше на Xiaomi 13. Что там по телевикам? Производитель указывает, что там и там зум 3.2, но разрешение выше в случае Xiaomi 13 Pro. Стоит сенсор на 50 мегапикселей, а у Xiaomi 13 он на 10 от Samsung. Ну и предсказуемо деталей больше в случае 13 Pro. Если мы посмотрим на забор, на кирпичную стену, и у него меньше контраста. По ширикам, по цветам вроде бы все то же самое, но опять же контрастнее кадр на Xiaomi 13. И основное отличие в том, что, к сожалению, ширик Xiaomi 13 не имеет автофокус.
фокуса. Диафрагма там и там одинаковая. Приближение чуть выше, резкость, четкость на Xiaomi 13 Pro. И там меньше контраста. Но давайте посмотрим, что у нас в помещении. На первый взгляд по цветам все то же самое. Принципиальной разницы нет. Повторюсь, чуть контрастнее кадр на Xiaomi 13. В приближении вот здесь при среднем освещении уже 1-дюймовый сенсор 13 Pro вырывается вперед. Обратите внимание на клавиатуру, да и на, собственно, шерсть кота. Гораздо больше деталей в случае 13 Pro. А это пример телевиков. Но обратите внимание, что в случае Xiaomi 13 телевик не включился. Диафрагма f1.8, то есть использовался основной модуль. При этом по цветам ближе Xiaomi 13, так как шерсть кота была все-таки ближе к коричневому оттенку, а не оранжевому. Но по деталям предсказуемо лучше справился 13 Pro, так как он задействовал телевик. И даже чуть лучше у него динамический диапазон, если мы посмотрим справа от кота. Так, это примерно основной модуль. Здесь по контрасту, кстати, разницы нет. И там он, на мой взгляд, чрезмерный. А в приближении по деталям принципиальной разницы не вижу. Единственный момент, что хочу отметить, если посмотрим на потолок, меньше шумов в случае Xiaomi 13 Pro. Здесь есть небольшая разница в балансе белого. Чуть теплее кадр на Xiaomi 13. И он немного светлее. В приближении по деталям принципиальной разницы нет. Но по цветам, если посмотреть на шарик, особенно там, где нарисована собака, ближе к реальности оказался 13 Pro. Тут смотрим, по цветам принципиальной разницы нет. Но, как я вам говорил ранее, меньше шумов, четче границы объектов на Xiaomi 13 Pro. Здесь уже сравнение телевиков. Обратите внимание, по диафрагме там и там включился телевик. Но освещение было, мягко говоря, плохое. Поэтому в 100% масштабе, соответствующая картинка. Но, тем не менее, 13 Pro справился получше. Еще один пример сравнения телевиков. Вот тут по цветам все очень похоже. По контрасту тоже. Приближение чуть больше шарпа на Xiaomi 13, кадр кажется четче, но деталей все равно больше на 13 Pro. Особенно будет это заметно на этом примере. Давайте сразу прозумируем. Обратите внимание на нож, лезвие ножа. Вот эти вот горизонтальные насечки, они были, а у Xiaomi 13, как можете видеть, телевик их не передал. Шумодав все сгладил. То есть уже понятно, телевик лучше однозначно на Xiaomi 13 Pro. Так, это примерно основной модуль при очень, повторюсь, очень плохом освещении, авторежим. Здесь предсказуемо 1-дюймовый сенсор заметно вырывается вперед. Так, это сравнение макро. Просто наглядно вам показал, что Xiaomi 13, к сожалению, макро нет. Кадр сделан на основной модуль, и это максимально близкое расстояние до объекта, с которого он мог сфокусироваться. Это пример съемки при плохом освещении. По цветам мне больше понравился 13 Pro. У него шире динамический диапазон. Если посмотрим, что там с тенями. И в приближении, мне кажется, да, четче. Снег, лестница на 13 Pro. Разница не прям колоссальная. Здесь по цветам все очень похоже. Там и там задран контраст. Слишком, на мой взгляд, желтая картинка. В приближении, если посмотрим вдаль, там где деревья, 1-дюймовый сенсор справляется лучше. А это сравнение телевиков. Однозначно 13 Pro лучше телевик, хотя вот здесь засветов больше на нем. Так, это пример при совсем плохом освещении. Вот тут, опять же, по цветам балансу белого лучше справился Xiaomi 13 Pro, ближе к реальности. Здесь мы смотрим контраст, цветопередача очень похожа, но в приближении по деталям, опять же, уступает 13. Это сравнение шириков. На первый взгляд все похоже. Угол обзора, цвета. Давайте приблизим. Вот тут вот видно, да, что четче, как было и днем, кадр на Xiaomi 13 Pro. То есть ширик у него также немного лучше. Это пример на фронталке. Фронталки у них одинаковые, диафрагма одинаковая, поэтому отличий, собственно, нет. Что в помещении при хорошем освещении, что при плохом. Фронталка на хорошем уровне, но стоит отметить, что фронталки Vivo X90 Pro Plus она будет уступать. Так, это пример вблизи. Так как здесь не такой большой сенсор, как в случае 13 Pro, то в принципе вблизи не так сильно он смазывает края, хотя небольшое размытие есть, но не катастрофическое. Так, это съемка днем, наверное, где-то было часов 16, то есть после обеда, но еще не стемнело. В движении, как можете видеть, это не пиксель однозначно, хотя по цветам справился неплохо. Здесь давайте посмотрим, это портрет на телевик ISO 320, не скажу, что прям совсем плохое освещение было, тем не менее кадр получился нечеткий и довольно шумный. Вот еще один пример. ISO уже 200, неплохое размытие, по цветам тоже вроде все хорошо, но деталей явно недостаточно. То есть телевик 13 Pro справился лучше. Как итог, камеры в Xiaomi 13 все-таки не флагманские.
уровень, такой вот хороший середнячок, может быть даже чуть выше. По крайней мере, камера меня не удивила, как было в случае OnePlus 11. Но давайте я подведу итоги по данному смартфону. В целом, в общем и в целом, мне этот смартфон понравился. Прежде всего, своими габаритами. Очень удобный в руке. Также мне понравился экран. То, что он здесь плоский, без закруглений. Одинаковая рамка по краям. Невысокая пульсация. Ну, то есть, экран, на мой взгляд, получился удачным. Да, не такая высокая частота шима, как в случае Vivo либо Mate 50 Pro. Но, тем не менее, габарит и экран хочу похвалить. Второй момент. Понравились стереодинамики. Даже больше, чем в случае Vivo. Удачный чипсет Qualcomm 8 Gen 2. Высокая производительность в играх и в интерфейсе. Ну, в принципе, все то же самое, как в случае Xiaomi 13 Pro. Похуже здесь вибрация, как я вам говорил. Минус основной, но он касается китайской версии, это то, что отсутствует 7 и 20 бенд. Если связь для вас важна, в частности, чтобы чаще он переключался на 4G, то рекомендую дождаться глобалку. Здесь 4G у меня тоже работал, но на 40-м бенде. Беспроводная зарядка есть. Автономность очень хорошая, прям даже могу это выделить. Был приятно удивлен. Но если бы я его себе покупал, то я купил бы вот в таком цвете с нестеклянной крышкой. Благо, такой вариант продажи есть. И второй момент, который мне не понравился, помимо отсутствующего 7-го бенда, это то, что нельзя включить телевик в 4К 30 во время записи видео. А телевиком я довольно часто пользуюсь. Да, ну и учитывайте, что ширик здесь без автофокуса. Основной модуль попроще, чем в 13 Pro. Но это будет заметно при плохом освещении и в некоторых сценариях съемки видео. Но про это я вам рассказывал. Телевик здесь попроще, чем в 13 Pro, хотя тоже есть оптическая стабилизация, но, по крайней мере, он здесь присутствует, в отличие от того же Zenfone 9. В итоге, повторюсь, мне смартфон понравился, но у меня два совета. Первый, ждите глобалку, чтобы были все бенды. И второе, следите за ценой. На Алиэкспрессе, на момент записи этого видео, его продают за 45-46 тысяч рублей. Я думаю, ценник будет падать, а когда он опустится до 40 и меньше, то, поверьте мне, это будет действительно неплохой вариант. Повторюсь, среди относительно компактных смартфонов с хорошими стереодинамиками, с беспроводной зарядкой, еще и с телевиком. И с экраном, который имеет небольшой коэффициент пульсации. Ну, пожалуй, все, что хотел, рассказал. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях к этому видео. А мы увидимся в следующих обзорах. Все, всем пока.